Насправді мозаїка – це такий дуже витривалий вид мистецтва. Якщо його не чіпати, то він стоятиме там сотнями років і буде прекрасно виглядати. И все. Потому что у нас, ну вот опять же, вот общественность там за какие-то было, будет такой культурный центр Днепра. Вот он сейчас строится. И они полностью тоже. Сколько можно жрать, чтобы уже мозги полностью атрофировались? Ну, что? Так, все понятно, пошли.